Всем привет! Сегодня у нас 10 июня 2020 года. Наш сенокос продолжается. Снимаю заставку для видео, которое вы сейчас посмотрите. Это обмотка сенажа в пленку. Ну, там будут кадры и по прессу, как мотали. Тяжело. В общем, тонет. Поле сырое. Ну, что-то вот намотали. Меня по-прежнему зовут Сергей, и вы на канале Антона. Подписывайтесь, пишите комментарии. Я уже не раз говорил, что комментарии мне, нашему каналу, очень важны. То есть, что, где, как снимать, когда, что вам интересно, что вы будете смотреть. Так что подписывайтесь, смотрите дальше, что будет. Ладно, всем пока. Так, первый рулон готов. Значит, у нас 9 июня, то есть я утром снимал, сгребали все это дело. Вы по-прежнему на канале Антон М. Меня также зовут Сергей, не так, как вы думаете. В общем, у нас парило, жара. В общем, после обеда сбрызнул дождик. Фактически хотели сено закатать. Но получается, что все-таки это будет у нас сенаж. Ну вот у нас силосная яма, и мы обматываем. Обмотчик, трактор. Бим боится, он бегает. Так, сейчас надо обсетку привязать, обмотчик. И будет обматывать. Как-то вот так. Ну, обмотчик я уже показывал на своем, в своих видео, а сам процесс не этот, не показывали особо. Вот это вот значит, что перепрессован рулон. То есть вот эта середина вылезает, это значит перепрессован. Вот мы доработали, сделали два держателя дополнительно. И вон там старый. Сейчас начнем мотать, посмотрим, что получится. Ладно, смотрите дальше. Ну, вот так он рулонит. У нас, конечно, влажно. И жарко. Сегодня 29 было. Вот уже несколько рулонов сенажа там нарулонил. Сейчас попытаюсь снять сам процесс, чтобы он его выкидывал.
полтора-два волка собирает, блин. Так, ну вот он набрал. Сейчас будет выгружать. Сейчас попробую. Далековато от меня, но попробую снять, как это все будет происходить вблизи. Следующим рулоном. Ну вот. Так вот. Постоянно гидравлика поджимает, потому что там нету защелок. И постоянно приходится поджимать. Вот и все, он встает. Теперь он маленько отъедет. И рулон сюда кладем и прижимаем эту пленку. Такие тоже рулоны бывают. Сейчас посмотрим, как он его замотает. Так что как-то вот так. Один слой он порвал. Ну, сейчас посмотрим. Ну, сейчас выровнялся. Колесом вот этим вот порвал. Вот.
придется это латать, вон дырка есть. Как-то это вот так происходит. Все, закончили. Сколько тут десяток будет? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рулонов. Ладно. Ну все, в принципе, показал, как что, уже вечер. 8-9 час, и вон у нас туча ходит. Так что, наверное, не зря. Докатали. И вот туда надо, Серега, кидать. Вниз ее положишь и потом не найдешь эту дырку. Ладно, все. Домой пойдем. Все, разъезжаемся по домам. Вернее, едем к дому. Так он в транспортном едет. Здесь мы раздолбили, конечно. Дожди через день, каждый день, блин, сегодня не должно дождя быть, блин, дождь. Вон, привет, сейчас покажу, как выглядит. Проваливается этот, подборщик начинает землю кидать, блин. Всем пока, смотрите продолжение.